еще одна песня, написанная на стихи Дмитрия Сухарева. В этой песне упоминается Ферапонт. Ферапонт – это Ферапонт Головатый, саратовский крестьянин, который в годы войны все свои сбережения отдал в фонд обороны, тем самым положив начало сбору средств фонд обороны. Ах, это партия велочи, то домино, а музыка нет. Манка доходит в тифозном бреду, папка в болоте сидит с минометом. Я минуэт, раздраконив по нотам, с виолончелью из школы иду. Гордо гремят со столба имена, золотом полнится ратная чаша. Встану, как вкопанный, бабушка наша, при чем тут она? Чем же ты, бабушка, как Ферапонт, обогатила наш фонд обороны? Что за червонцы, дублоны и кроны ты отдала, чтобы выстроил фронт? Бабушка скалкою давит шалу, дует в шалу, шелуху выдувая. Тут ее линия передовая, внуков кормить в кремычном тылу. Бабушка пальцы в шале не дарит, имя твое пролетело по свету. Нет, ты всегда обручального нету, знаю я, бабушка, тайны твои. Что за война с тыловой стороны, с той стороны, где не рыщет каратель? Все же скажу про народный характер и про народный характер войны. В том и характер, что дули в шалу или под пулями падали в поле. Только бы в школе пахали триоли, как на беспечном придворном балу. Ах, этот бал, это пыль, это боль, эти занятия по классу оркестра, нежные скрипки, прозрачный маэстро, музыка цепкая, как канифоль. Ах, этот Моцарт, летящий вдали, эта тоска по его минуэту. Бабушки нету и золота нету.